Доброго дня, я з України, і я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчат, ну що, ви знаєте, я горжусь кожною своєю тростиночкою. Я дуже рада, що багато людей підтримало іменно мій челлендж «Місяць без сахара». Тому, якщо ви дивитеся це відео вперше і не знаєте о предыдущем відео, відео-отчеті, я вас приглашаю присоединиться к челленджу «Месяц без сахара». Это сразу же даст результаты, даже первая неделя вы увидите результат на своих весах, потому что сахар – это наш первый враг. Я об этом говорила, говорю и буду говорить. Поэтому я очень и очень рада, что вы меня поддержали. И в связи с этим я смотрю на аналитику канала, я вижу, что канал потихонечку растет, и я понимаю, что присоединяются новые зрители. Поэтому такого рода видео выходят у меня периодически. Называются они «Исключи» и «Худей». И, собственно, что нужно для того, чтобы похудеть? Для этого нужно исключить. И тогда мы, собственно, начнем худеть. И первый продукт, который обязательно нужно исключить из своего рациона, это сахар. Вот поверьте, девчата, только уйдет с рациона сахар и мучное, сразу же вы увидите результат. Это кажется невероятным, это кажется несбыточным, да, что такое возможно, что такое реально, а это возможно и это реально. Вот, собственно, пример того, как это происходит, и не только я, на моем канале есть неопровержимые факты моих тростиночек, поэтому, девчата, ни в коем случае не отступайте. Если вы вот сейчас, меня слушая, уже сделали определенные выводы, присоединяйтесь. На самом деле, чем раньше мы с вами начнем стройнеть, тем быстрее закрутится метаболизм. Надо учитывать, что с каждым годом это делать все сложнее и сложнее. И сегодня я подготовила еще такое очень интересное видео, потому что это будет видео сравнение, это будет видео до и после. У меня есть благо, что мой канал, вот это моя работа вся на моем канале, вот, собственно, работы над собой. И у меня есть возможность сравнить до и после. Поэтому вот я считаю, что это видео будет такое бомбовое прямо, потому что кому не хватает мотивации, я думаю, вот это будет именно то. И возвращаясь к тому, что исключи и худей, вы знаете, я такая же, как и вы, и я так же, как и вы, люблю покушать, особенно пожрать, извините за мой французский. Я такая, которая кусятничала, ключевое слово «ла», кусятничала до этого. Я уже себя приучила к тому, чтобы уйти от перекусов, и это тоже очень важно в нашей с вами стройности. Но для того, чтобы от них уйти, я, девчата, ела каждые 2 часа. То есть не было у меня, знаете, вот раньше было там позавтракала или готовлю, допустим, завтрак, сама там что-то подхватила, потом с семьей села, поела, потом еще что-то там, какую-то печенюшку, конфетушку. Теперь я стараюсь, чтобы этого не было. И это меня привело, собственно, к моим результатам. Минус 57 килограммов. И мой опыт стройности на моем канале, скажем так, такое впервые, потому что за 3 года у меня еще такого в жизни не было, чтобы я могла похудеть. Я думаю, как и вы, каждая из вас, придерживаясь какой-то диеты, и очень важно, что в моем случае, я уверена, что уже и в вашем случае нету понимания, что это диета, это не диета, это образ жизни. И поэтому я сейчас стараюсь постоянно в этом направлении работать. Если с питанием уже разобралась, то сейчас идет уже разбирательство вот с этой частью тела, потому что нужно не забывать, что вот все здесь находится, именно в голове. И продолжая тему «Исключи и худей», если вы все-таки возьмете на вооружение и уберете сахар и хлеб, имейте в виду, что из рациона нужно убрать обязательно газированные напитки, соленое, копченое, жареное. То есть это убирается, но оно, скажем так, автоматически заменяется на более правильное приготовление. То же мясо, знаете, как говорят, те же яйца, только в профиль. И вот, девчат, ну вот стоит немножечко над этим поработать. Исключите эти продукты, замените жареное на вареное, на запеченное. Ну вот поверьте, без этого можно прожить. Я думала, что это невозможно, что без конфет, без булок, без мучного, без такого невозможно. Можно, потому что из правильных продуктов мы можем приготовить и пирожное, и конфетки какие-то, в конце концов, и булочки даже. У меня есть на канале рецепт, где я готовила пирожки с мясом. Девочки, все можно, но нужно просто сделать максимально правильно.
сейчас вот чуть-чуть попозже будет вот эта подборка, видеоподборка до и после. Я очень хочу, чтобы мой опыт вас также смотивировал. Еще я вам хочу показать, я закончила все-таки свою работу. Я закончила работу мака. Вот, это алмазная вышивка, вот так она выглядит. И я ее решила разыграть на своем канале, на своем украиномовном канале, который называется «Просто про життя». Поэтому я вас приглашаю. И вот как только у меня там будет 1000 подписчиков, а нас там уже с вами почти 600, 500 с хвостиком, я разыграю обязательно этот мак. Если вы хотите, переходите. Ссылочка на канал будет под этим видео в комментариях. И подписывайтесь, помогайте мне набрать мою первую 1000 подписчиков. Потому что тогда я смогу выходить в эфиры вообще без проблем. Ну, вы знаете, я такая девочка активная. Кстати, похудение привело и меня именно к активности, к действию, к энергии. И я очень хочу вас этим зарядить. Но прежде чем я буду вас заряжать теми видео, которые были до и после, я, знаете, хочу, вот меня прям елозит ответить на комментарии, которые мне пишут, что тебе до богини далеко, тебе до тростиночки далеко, и какое у тебя самомнение. Девчат, вот вы знаете, если вы себя запрограммируете на то, что вы тростиночка, на то, что вы богинюшка, и поверьте, вот это чувство, которое находится внутри тебя, да, я тростиночка, я богиня, это очень помогает вам дальше идти по своему пути стройности. И не слушайте, и вас я прошу не писать, вы знаете, я рассматриваю это как комплексы, которые сидят у вас. Вы просто не можете себя принять такой, какая вы есть, да, вот и мне говорят, что 57 килограмм, это еще тебе нужно худеть и худеть. Вы знаете, я себя сейчас настолько комфортно ощущаю, и два показателя, которые будут мне говорить о том, что Лена, хватит, или Лена, давай продолжать, это, конечно же, мои анализы, которые я вот планирую во второй половине месяца сдать, обязательно с вами поделюсь результатами, потому что это тоже мотивация. С каждой сдачей анализов они все улучшаются и улучшаются, это не может не мотивировать. И второй фактор, который имеет главную роль в том, что до какого, скажем так, момента я буду стройнеть, это, конечно же, девочки, вот это божественное лицо, потому что я прекрасно понимаю, я сейчас нахожусь в климаксе, мне еще только 49 лет, и нужно понимать, что я уже не девочка. И сброс килограммов сейчас на минуточку 57 килограммов, это все будет отражаться на лице. Поэтому давайте, вы мне не будете говорить, что мне надо делать, а я не буду говорить вам, куда вам нужно идти. Оставьте, пожалуйста, свои комплексы при себе. А еще такой бесплатный совет, вы лучше работайте над этими комплексами, потому что у вас, возможно, в голове какая-то картинка сидит, да, 90-60-90. Я под эту картинку не подхожу, поэтому у меня своя философия похудения, своя философия жизни, и мне никто не будет рассказывать, что и как мне делать. Поэтому вот такая убедительная просьба именно к таким людям, которые начинают писать вот такую ерунду. Вы лучше наоборот, посмотрите на себя с другой стороны и полюбите себя. Обязательно любите себя. Все, мои хорошие, сейчас вам такая маленькая-маленькая мотивация. Я очень хочу, чтобы вы вышли из этого видео замотивированные. Ну, а если это случится, обязательно поставьте лайк, нажмите колокольчик, если вы еще не подписаны на мой канал, и поделитесь этим видео, чтобы таких тростиночек, уверенных в себе, любящих себя, было на нашем канале, на моем канале все больше и больше. Все. Смотрите, мотивируйтесь. Собственно, я с вами это же самое буду делать. Все, я вас люблю, целую и ценую. Красотень, красотень, красотень. Все, оси. Вниз. Сегодня среда, 16 октября, ровно 2 месяца с начала моего похудения, веса 137 килограмм. На данный момент мой вес составляет 121 400. То есть я потеряла за 2 месяца 15 килограмм и 600 грамм.
Ярик, перестань меня смешить. Вот такой Ярик, вот такое платьюшко. Вот. Ну, я считаю, оно короткое. Короткое мне еще, ну, куда купить, это еще рано выставлять. Это будет дома для мужа пока. Вот такое платье. Перестань.